Диагностическая работа номер один, модуль геометрия, задача номер 12. На клетчатой бумаге с размером клетки сантиметр на сантиметр отмечены точки А, Б и С. Найдите расстояние от точки А до прямой BC. Ответ выразите в сантиметрах. Ну, задача, наверное, самая простая в данной диагностической работе. Давайте сразу, ну, во-первых, отметим, что длина клетки равна 1 сантиметру. То есть 1 сантиметр – это длина клетки. И далее нам необходимо вспомнить, чему равно расстояние от точки до прямой. Для начала покажем эту прямую, то есть прямая BC. Прямая BC проходит через точки BC. То есть мы должны вот таким вот образом точки BC соединить. Давайте, наверное, я сейчас соединю эти точки. То есть вот они, эти точки мы соединили, BC. Ну, прямая как-то дальше проходит, до бесконечности, да, как-то дальше. Далее, нам необходимо найти расстояние от точки А до прямой BC. Расстояние от точки до прямой равно длине перпендикуляра, опущенного из точки А на прямую BC. Поэтому давайте опустим перпендикуляр из точки А на прямую BC. То есть вот он перпендикуляр. Поскольку вот в наших клетках вертикальные линии перпендикулярны горизонтальным, то вот этот перпендикуляр как раз и есть искомое расстояние. В данном случае оно равно двум клеткам. То есть расстояние, давайте запишем так, расстояние D равно двум клеткам, а значит 2 сантиметрам. И теперь осталось всего лишь навсего записать это число в ответ. В ответ мы запишем число 2. Задача решена.